Come on.
Беседе будут, если я смогу усилить чувство разлуки с ним. Завтра надеемся прочитать лекцию с утра, почему Багу, там также будет лекция вечером. И поскольку я оказался совершенно неожиданно для себя здесь, и поскольку он был объявлен как тот, кто, я не хотел сказать должен был, но с милостиво согласился делиться нектаром Кришны Катхи со всеми собравшимися преданными, и в силу определенных причин не смог прийти сегодня. Я подумал, что было бы уместно сказать несколько слов о том, о чем говорил Махарадж в течение последних нескольких недель о своих странствиях и в поездках по Москве, в Петербурге, в Калининграде. Говорил на определенные очень глубокие и актуальные темы. И вся эта поездка Махараджа по странам в России прошла под знаком или под такой вот темой, которая была очень заметна и очень глубоко раскрыта им в этих лекциях. Это тема доброты Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада пришел в этот мир, в западный мир, имеется в виду, приехал в 65-м году. И, отправившись в духовный мир в 77-м году, оставил после себя множество душ, которые, как Шрила Ниранджана Махарадж говорил, были очень глубоко преображены любым, даже мимолетным соприкосновением со Шрилой Прабхупадой. И мы привыкли смотреть на Шрилу Прабхупаду. У нас есть очень много фильмов, лекций, воспоминаний о нем учеников. Думать о нем как о великом гуру, великом вайшнаве, кем он несомненно был, как о воплощении милости Шри Чайтаньи Махапрабху. И сам Шрила Прабхупада в одном из комментариев так и называет вайшнава, духовного учителя, как воплощение милости Господа, или ашрая виграха, тот, у кого нужно принять прибежище.
И за его величием иногда для нас, по крайней мере, преданных второго и третьего поколения уже, самых преданных, сильнейшего Прабхупады, иногда скрывается его вот эта личностная, очень глубокая личностная природа, которая очень ярко являлась тем, кто общался с ним непосредственно, особенно в первые годы. И Шрила Прабхупада был настолько же добр, настолько же личностен, настолько же сострадателен и очень скромен, насколько он велик, насколько он непревзойден в своем служении Шри Чайтанья Махапрабху и духовному учителю. То есть это величие, которое заметно нам теперь, оно проявляется повсюду, во всех храмах, в сотнях и тысячах преданных, которые приходят в движение сознания Кришны. И в том все более и более заметном влиянии, которое оказывает движение сознания Кришны на общество. Мы были со Шрилой Ниранджаной Махараджем в Москве, и преданные поселили его в одном очень красивом, очень удобном, очень комфортном и роскошном, можно сказать, доме. И было видно, что преданные, которые предложили Махараджу остановиться в этом доме, хозяева этого дома, были совсем иного, скажем так, социального уровня, к которому мы привыкли, когда мы только приходили в движение здесь в России, или к которому мы привыкли преданные на Западе, когда мы приходили в это движение тогда. Образованные, культурные, успешные, очень компетентные, квалифицированные люди. И мы ходили по этому дому, я говорил, смотрите, Махарадж, как удивительно, что движение сознания Кришны превратилось, поскольку я был по-прежнему под впечатлением его лекции, в которой он рассказывал, как начиналось движение сознания Кришны, он был непосредственным свидетелем этого, какое удивительное вот всеобъемлющее движение, каких людей и таких людей также движение сознания Кришны привлекает. На что Махарадж улыбнулся, такой слегка лукавой улыбкой, сказал, только начало еще, все только начало. И он рассказал в своих лекциях, в первых двух лекциях, которые он прочитал в Москве, лекции для преданных, занимающихся Бхакти Викшами. Эта программа «Собрались лидеры», это очень успешная программа в Москве. И в одной последующей лекции он рассказывал про это удивительное качество Прабхупады, его доброту, которое как раз было, лежало в основе или было фундаментом его положения непререкаемого авторитета для его преданных. Он рассказал очень коротко, но очень образно и емко для всех нас о том, каким были те преданные, которые пришли в первый раз, то есть в первые годы к Шри Прабхупаде. И он сам говорил, что относился к ним, если не формально, то, по крайней мере, по духу и по мировоззрению точно, Шри. Он говорил, что эти люди, молодые, молодое поколение бунтарей, которые восстали против западной культуры, против культуры изобилия и достатка как высшего мерила успеха человека, у которых было все, у них были богатые родители, которые предлагали им все, что можно было предложить, любые виды чувственных наслаждений, успех и карьеру. И как эти молодые люди восставали, присытившись материальным успехом и карьерой своих родителей, и также присытившись материальными устремлениями, материальными ценностями, которые навязывались им, которые противостояли против войны в Вьетнаме. И вот это целое поколение преданных людей, молодых людей, хиппи, протестовали против общества, в котором они жили, и деизм их общества, деизм их движения хиппи было не верь никому, никого не принимай на веру, никаких авторитетов не принимай. Он говорил, Шрила Ниранджана Махарадж говорил, что если составить список приоритетов, который был у нас тогда, то самым последним в этой строчке приоритетов было бы принятие кого-либо на веру, какого-либо авторитета, особенно человека, которому было за 30. Такие люди уже в глазах хиппи считались людьми, ну, другим видом жизни, которые в принципе не могли не дать ничего ценного и позитивного. И он рассказывал, что произошло чудо, когда вот к этим людям приехал Шрила Прабхупада, вайшнав, который был глубоко пропитан культурой уважения, принятия авторитетов, который был сам воплощением этой высочайшей системы авторитетов, построением Кришны, который является самым главным авторитетом. И он, приехав туда, на Запад, каким-то образом встретившись с этими людьми, которые жили абсолютно неприятным авторитетом, смог переломить их, смог изменить их сердца и смог сделать из них очень верных и искренних последователей. И Ниранджана Махарадж говорил, что это необъяснимо. То, что произошло, ни с социальной точки, ни с социологической точки зрения, ни с психологической, ни с культурной. И он раскрыл секрет, который как бы нам всем известен, но то, как Ниранджана Махарадж сказал про это, очень глубоко тронуло нас всех. Мы также, слушая его, я могу также секретно с вами поделиться, слушая его, мы увидели, как то, о чем рассказывал Ниранджана Махарадж, Шрила Прабхупаде на 100% появилось в его личности. Он говорил о том, что Шрила Прабхупада, встречаясь с нами и говоря нам, в самом начале он давал нам лекции по читанию Чаритамриты, по самым сокровенным
страницам читания Чаритамриты, это он рассказывал о расе Рагануга Бхакти, он рассказывал о взаимоотношениях Кришны и Шримати Радхарани для людей, которые вообще ничего не знали, ничего. Для которых даже понятие того, что мы не являемся телом, что мы душа, было теоретическим и экзотическим в лучшем смысле, в лучшем случае. И Мукунда Махарадж вспоминает, как-то раз он сидел на лекции Шрилы Прабхупады, на той одной из первых лекций, и Прабхупада с огромным убеждением говорил: «Я не являюсь телом, я не являюсь телом». И Мукунда Махарадж вспоминает, что тогда, слушая его, я вдруг понял в какой-то момент, что он точно не тело. Про себя он не был так уверен. Говорит, но он точно не тело. Так вот, Ниранджана Махарадж доказывал, что эти люди, пришедшие к Шриле Прабхупаде, привлеченные его обаянием, его удивительной кротостью и его величием, которое особенно было заметно на фоне его кротости и смирения, они просто приходили слушать, не понимая, что они слушают. И Шрила Прабхупада, если послушать все его лекции за первые и за второй годы проповеди на Западе, ни разу в лекции не говорил, что «я гуру, примите меня как авторитет». Этого нигде ни разу не прозвучало. Либо он знал, с кем он имел дело, либо, в любом случае, Кришна из сердца, как он сам говорит своим преданным, дает то понимание, при помощи которого они могут совершенно служить ему. Он обходил эту тему стороной. Но что говорил Шрила Прабхупада? Он говорил о качестве гуру. Он говорил о том, что есть Кришна, изначально есть Бога. И на это он никогда не шел, вот в этом он никогда не шел на компромисс. Он говорил, что есть гуру, его чистый представитель, он обладает такими качествами. Эти качества, которые отличают того, кто может стать духовным учителем, это его глубокое укоренение в священных писаниях, его авторитетность, его чистота с материальных желаний, его бескорыстие и готовность служить Кришне при любых обстоятельствах. Он говорил обо всем этом очень авторитетно, но ни разу не обмолвился за все это время словом, что «я гуру, примите меня». И постепенно, как Ниранджана Махарадж рассказывал, если кто-то из вас в детстве, и может до сих пор кто-то занимается такими с головоломками, когда ставятся точки с номерами, и нужно соединить их линиями, чтобы получился какой-то рисунок. Да? Есть такие детские игры. И Махарадж говорит, что я в детстве очень любил такие игры, когда мы соединяем эти линии, эти точки линии, получается какой-то неожиданный рисунок. И все мы сидели и слушали лекции Шрилы Прабхупады, говорил он, и Прабхупада расставлял эти точки для нас. И в конце концов мы сами начинали сходить их, сводить их в единую картину. Мы начинали верить, что Кришна есть, что это личность Бога, абсолютная истина. Как Равинда Сваруп Прабху, один из величайших умов в нашем движении, очень знающий, очень мудрый, преданный, блестящий философ, рассказывал, что когда он с таким академическим образованием пришел к Шриле Прабхупаде и стал слушать его лекции, то его образование, оно стало как бы совершенно неактуальным для него. Он просто хотел служить и делать то, что Шрила Прабхупада просил его. И когда Прабхупада попросил его опровергнуть теорию Дарвина, Равинда Сваруп Прабху даже удивился, говорит, как неужели можно такое просить, как в качестве служения. И он рассказывал, что в какой-то момент времени, слушая Шрилу Прабхупаду, он обнаружил что-то необычное в своем рациональном, интеллектуальном и скептически настроенном сердце, в обычном сердце для западного человека, особенно для студента и философа. Он вдруг обнаружил, что он никак не сомневается в том, что Кришна существует, что это личность, которая абсолютно реальна, что она гораздо более реальна, чем даже я сам. Точно так же, как никто из нас в здравом уме и твердой памяти не сомневается, что мы существуем. Да? Нет, никогда вот не бывает так, что мы встаем с утра и думаем, есть я или нет. Признак уже определенного расстройства. Есть целая категория философов, которые этим расстройством страдают. Останавливаются на них. И Равинда Сваруп Прабху сказала, что я с точно такой же уверенностью, с которой я знаю, что существую я, и вдруг обнаружил, что я знаю, что я знаю, не то, что я верю. Прабхупада не любил слово «вера». Он, конечно же, говорил о шраде, как очень важном элементе духовной жизни, преданного, но та легковесная, очень поверхностная вера, вера как бы, как обычай или как традиция, его совершенно не устраивала. И он никогда не соглашался с людьми, что нужно просто поверить в Бога. Это наука. И так вот, Равинда Сваруп Прабху понял, что я ничем, что я абсолютно не сомневаюсь, что Кришна есть. Он есть. Это абсолютно реальность. И следующее понимание, которое пришло к нему и поразило его еще больше, было в том, что я ничего не сделал для того, чтобы эту веру или это знание, это понимание получить ровным счетом. Со своей стороны я ничем не заслужил этого. Это было мне дано общением со Шрилой Прабхупадой. Так вот, Шрила Прабхупада говорил об этом, говорил о Кришне, говорил о Бхакти, как о процессе преданного служения Кришне, говорил о важности понятия духовного учителя, и в этом он не шел ни на какие компромиссы, это нужно было сделать. Но он никогда не говорил, что я гуру. И в какой-то момент времени преданный, слушавший его, вдруг
говорит, подождите-ка, так с вами же уже есть гуру. Он говорит нам о гуру, о том, кого нужно принять. Но он есть гуру. Вот он есть самое настоящее воплощение тех принципов, о которых он говорит. И преданные вспоминали, что никто из них не мог не найти в Шри Рупаде ни одного недостатка. Он был совершенной личностью, которая воплощала в себе все лучшие качества. Он был строгим, очень добрым. И слово «доброта» очень редко почему-то применяется к преданным, хотя это очень важное слово «доброта». Это он очень мудрый и очень простой. Он очень далекий, как бы, с одной стороны. И Мукунда Махараш однажды вспоминал, как он пришел к Шри Прабхупаде с несколькими преданными, которые хотели проведать его. Шри Прабхупаде случился что-то вроде инсульта, небольшое кровоизлияние, которое приковало его на какое-то время в больнице, в постели. И когда преданные пришли, чтобы проведать Шри Прабхупаду, то первое, что у них вырвалось, как у нас обычно, будет, как дела или как здоровье, да? Первый вопрос. И мы на этот вопрос обычно не ожидаем никакого особенно подробного ответа. Если хочет быть скучным, то вопрос, как дела, начни рассказывать, как дела. Тогда больше никто спрашивать не будет. И они спросили, с вами же, как у вас дела, как ваше здоровье? И Мукунда Махараш вспоминает, он рассказывал, что из таких воспоминаний, не только философии, не только наставления, но из таких мимолетных как бы, моментов истины, когда личность Прабхупады открывалась ему очень глубоко и совершенно неожиданно, неожиданной гранью. Из этих воспоминаний сотканы все его переживания со Шрилой Прабхупадой. Такие отчетливые, очень яркие моменты, которые невозможно изгладить из памяти. И он вспоминает, что в этот момент Прабхупада повернулся к нему на этот вопрос, как у вас дела с вами же, как ваше здоровье. И он спросил, о чем ты? И он смотрел на него таким взглядом, что Мукунда Махараш вспоминал, что было понятно, что он не здесь. И что не только не тело, что, в конце концов, многим людям легко понять, и некоторые даже имеют непосредственный опыт этого, но он кто-то, где-то, в совсем другом месте, месте, где нет ни страданий, ни рождения, ни смерти, ни болезни, где есть вечная личность, Кришна, и где его, Шрила Прабхупада, с этой личностью связывают очень глубокие отношения. Сюда Шрила Прабхупада пришел по одной причине, чтобы подарить нам эти отношения, всем нам. Каждому из нас не то, чтобы подарить их, потому что невозможно взять и подарить отношения с близким вам человеком. Это будет... Во-первых, неправильно по отношению к вам, потому что вы можете ожидать, но они не придут. Это будет неправильно или непочтительно, или может даже предательски по отношению к тому, о ком идет речь, к этому близкому человеку, да? Но что можно сделать по-настоящему любящему, кто любит того? Он может и так рассказывать про того, и так вести себя по отношению к тому, что те, кто общается с вами, заразятся тем же самым чувством. Они не смогут не относиться к нему, к Кришне, так же, как относится он. И вот Шрила Прабхупада давал это отношение к Кришне своим ученикам и последователям. Не только лекциями, не только наставлениями, не только какими-то конкретными поручениями в преданном служении. Но он сам был лучшим примером тому, что он проповедовал. И не было ни минуты, ни секунды в жизни Шрила Прабхупады и опыте тех преданных, которые общались с ним, в которые они бы не видели этого качества в нем, этого качества ачарьи. Даже люди, которые вообще ничего не знали про величие Шрила Прабхупады, я слышал в одном из дисков, который состоял Идубару Прабу, и называется «Следуя по стопам Шрилы Прабхупады». Удивительная хронология самых первых дней Прабхупады Шрилы Прабхупады на Западе и самых последних дней пребывания в этом мире. Каждый день буквально, или каждый месяц, каждый город, который он посетил, зарегистрированы, что ли, они отмечены, они остались на пленке. Мы можем быть такими незримыми участниками этих игр. И на одном из этих дисков один из учеников, его впоследствии старших учеников, рассказывает, как он пришел в храм сознания Кришны в первый раз. Он пришел первый раз в храм сознания Кришны, и не знаю, кто его туда привел или что привело, но он участвовал в этой программе с преданными перекиртаны, вдруг только эта волна пошла по этой аудитории, и все преданные стали кланяться, как пшеничные колоски к земле. И волна распространялась с одного какого-то угла, вот так вот. С преданными кругами стали кланяться к земле, и он думал, что такое, кто там, или что там. И он увидел небольшого, невысокого человека, очень хрупкого телосложения, в оранжевых одеждах, налысо побритого, старого, очень невысокого и очень сильного. Он увидел, как эта мощь, это величие его, огромная неукротимая сила, она пронизывает все его бытие, он рассказывает об этом. И в этот момент он испугался.
Он подумал, а кто он? Хороший он человек или плохой? Потому что если он плохой человек с такой силой, нужно держаться от него подальше. И так же, как и все, на всякий случай он склонился к Шри. Очень быстро он понял, кто Прабхупада. Что это его доброта и удивительное сострадание, смирение, которые были так же заметны, как и его силы, они взяли верх над его сердцем. И вот об этом Шрила Ниранджана Махарадж рассказывал. Он рассказывал о том, что Прабхупада никогда не присваивал себе положение ачарьи, но он стал тем самым самым очевидным ачарьи, самым очевидным духовным учителем для всех тех, кто общался с ним благодаря силе его качества. И Шрила Ниранджана Махарадж говорит дальше о том, что мы, находясь в Парампаре, Шрила Прабхупада должны воплощать в себе тот же самый принцип. У нас есть много ответственных служений, видов служений, есть положение, которое мы занимаем, старшинства, духовного лидерства. И даже положение в семье, положение отца или матери, или старшего брата, или сестры, все эти виды ответственности в духовной жизни, они должны быть подкреплены обязательно. Чтобы быть действенными, они должны быть подкреплены нашим поведением, нашими качествами. Главное из которых — это смирение перед столением духовного учителя, сострадание, доброта в отношении к тем, мы используем слово «живым существам», конечно, философски верно, к тем людям и всем тем, кто окружает нас. И только тогда мы по-настоящему можем играть эту роль, играть роль старшего брахмачари или президента храма, джибиси, гуру, гуровна сосьяса, джанона сосьяса, потому что стихи в пятой песне Бхагаватам говорится, что человек не может, не должен становиться ни гуру, ни полубогом, если кому-то из вас предложит стать полубогом, не соглашайтесь пока. В этом стихе говорится об условии «пока». Вы не сможете быть уверены, что вы сумеете освободить тех, кто пришел и принял прибежище у вас от круговорота рождения и смерти. Ни матерью, ни отцом, ни гуру, ни наставником, ни учителем, ни браманом, ни полубогом. Кажется, задача невыполнимой. И Шрила Прабхупада объясняет, что да, она сама по себе невыполнима, мы не можем выполнить ее нашими собственными усилиями. Человек, который считает, что может спасти других от круговорота рождения и смерти, он обречен на неудачу в этих усилиях. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию по нетайной преданности в Вриндаване, и он в лекции сказал, процитировав стих из сочетания из Шримад Бхагаватам, где говорится: «Титикшива Каруника Сухридан Сарадахима, Аджата Сатрава Сантах Садава Садубушина». Преданные отличаются этими качествами: нетерпеливо, титикшива по отношению к себе, Каруника — сострадательный по отношению к другим, не наоборот, сострадательный к себе и терпеливый по отношению к другим, да? Как один философ сказал, всех у нас достаточно мужества, чтобы терпеть страдания ближнего. Итак, преданный терпеть твои неудобства и сострадательный к тем, кто окружает их. И дальше Сухридам Сарвадахинам, они лучшие друзья всех живых существ. Аджата Шатрам, у них нет врагов, буквально враги них не рождаются, они преданных. Нет врожденных врагов, например. Аджата Шатрава, Сантах, они очень удовлетворенные, отличаются очень возвышенными качествами. Садава Садубушина. Прабхупада процитировал этот стих и сказал: преданные лучше друзья всех живых существ. Не видно на лекции, как отреагировали преданные на этот стих, но, наверное, понравилось. Вот, преданные лучше друзья. И потом Прабхупада внезапно сказал: ну какие вы друзья? А что вы можете сделать для них? Что вы можете сделать? Друг реально может помочь. Чем вы можете помочь им? Можете вы избавить от болезни? Нет. Можете избавить их от страданий? Нет. От рождения? Нет. От смерти? Тем более. Так что же вы с друзьями? Никакие друзья. Ничего вы не можете. Это резкий еще контраст. Например, они знали, как взять в толк то, что говорит Прабхупада. Шастра же говорится, да, но слова Прабхупада тоже не могут быть неправильны. Как их свести воедино? Прабхупада сказал: Кришна лучше друг всех его существ. Он называет себя Сухридам Сарва Бутанам в Бхагавад-гите. Я лучший друг всех живых существ. И когда вы говорите другим, что Кришна лучший друг, вы становитесь лучшим другом также. Он так ответил на этот вопрос. Когда вы говорите другим, Кришна может вас спасти от рождения, от смерти, от старости, от болезней. Кришна ваш лучший друг, доброжелатель, как он сам говорит о себе, и отец, и мать, и высшая цель. Я свет солнца, луны. Он освещает и делает нашу жизнь в этом мире сносной. Солнце днем, луна ночью. Один раз Казьма Прутков сказал, что
Когда спросите меня, что важнее, солнце или луна, то я отвечу, что луна несомненно важнее, потому что луна светит ночью, когда темно, а солнце светит днем, когда и так светло. Логика материалиста. Зачем солнце днем? И так светло. Очень полезная вещь ночью. И дальше он, доводя это философию материализма до логического противоречия, говорит, но с другой стороны, подумав немного внимательнее, я все-таки приду к выводу, что луна, солнце важнее, чем луна, потому что солнце не только светит, но и греет. А луна только светит, и да это лишь лунную ночь. Поэтому. Но Брэдли знает, что и солнце, и луна. Кто другой представитель Кришны, другого глаза, и он освещает днем и ночью. Более того, дальше Кришна говорит в Бхагавад-гите, как свет луны я даю вкус всем растениям, поэтому не только получаем иллюминацию, но и питание. Благодаря лунному свету растут растения, благодаря солнечному свету они получают необходимое питание. Затем мы готовим эту пищу, и Кришна говорит, я также огонь пищеварения. Да, я помогаю переваривать. И не только огонь пищеварения, но также все виды жизненных потоков, воздух и праны в теле, которые помогают распределять эту пищу по всему телу и, в конце концов, избавляться от ее остатков. Во всех отношениях он поддерживает нас. И потом, в следующем стихе, он говорит, что я звуком ведических мантров, что я даю человеку духовное понимание. Цель его не только есть под светом солнца, наверное, чтобы он мог продвигаться духовно, поэтому я со всех сторон окружаю его и предлагаю ему, предоставляю ему все возможности, и человек может воспользоваться и прийти ко мне. Махапрабхада говорит об этом. Вайшнав тогда друг по-настоящему, когда он может сказать другим с верой и убежденностью, Кришна твой лучший друг. Так вот, когда преданные слушали эти лекции Шри Прабхупады, в конце концов у них стала сводиться воедино эта картина мироздания с Кришной в центре. Смотрите, какой же самый лучший способ служения. И, в конце концов, Шрила Прабхупада также стал для них тем самым, абсолютно самоочевидным духовным учителем. Настолько самоочевидным, что они думали, что другие тоже должны быть самоочевидными. Для них тоже должны быть самоочевидными. Это же Прабхупада. Он чистый преданный. И преданные стали приносить к своих друзей, или приводить своих друзей, своих знакомых к Шриле Прабхупаде. И было очень много людей, которые хотели принять посвящение у него. Люди вообще ничего не знали о том. Что такое преданное служение? Получали посвящение очень быстро. На самом деле, Прабхупада сказал, хватит. В 1974 году в одной из лекций он сказал, до каких пор это будет продолжаться? Вы приводите ко мне людей, которые меня не знают, которые ничего не слышали от меня, не слышали моих наставлений, которые еще не развили веру во мне как духовного учителя. И вы говорите, Прабхупада, инициируйте их. Он говорит, они должны слушать в течение года или двух и проникнуться той самой верой, той самой благодарностью в обмен на которую, проникнувшись в которую, человек будет готов отдать себя всего самого в руки духовного учителя. Это необходимое условие. Подвел, они должны слушать. Я должен выбрать их. Они должны убедиться, что я их духовный учитель. Я должен убедиться, что они мои ученики. Этот процесс нельзя как бы отменять, он необходим. И Шрила Ниранджана Махарадж говорил, что потом, конечно же, движение стало очень быстро расти, и у нашего поколения более позднее поколение уже было гораздо меньше возможностей общения со Шрилой Прабхупадой. Но все это время Шрила Прабхупада всегда оставался для нас самым очевидным, абсолютно ясным, осязаемым источником вдохновения. Он говорит, что он был как душа для нашего движения сознания Кришны. И Шрила Ниранджана Махарадж говорил о том, что мне посчастливилось, что я даже несколько раз встретился со Шрилой Прабхупадой лично. И каждый раз, встречаясь с ним, я испытывал на себе вот это вот в той или иной форме его глубокий, очень, как бы слово правильно подобрать, трансформирующие, что сказать, личностные качества. Он рассказывает, как однажды они приехали на Радхаятру в Филадельфии, если я не ошибаюсь, они приехали за очень большое расстояние из своего храма, из Бостона, приехали 40 преданных на грузовике для перевозки мебели, поскольку другого транспорта не было. Они ехали в этом грузовике, в кузове, и поскольку там были и женщины, и мужчины, то они повесили ковер в этом кузове, отделяющий одних от других, и всю дорогу стояли, потому что сесть там было просто невозможно. Они приехали за 600 километров в этот храм, и приехали уже запоздно, всю дорогу не стояли, это 7 или 8 часов, и никто не испытывал больших каких-то неудобств. Преданные, наверняка многие из вас могут подтвердить на собственном примере, что вот этот первый опыт бхакти, он обладает таким каким-то анестезирующим действием. Я помню очень отчетливо, что все проблемы или трудности, которые когда сейчас уже оглядываю назад, думаешь, Господи, как я вообще это делал, и как мы это делали. Но тогда это было совершенно незаметно для нас. Было бы хорошо, чтобы это чувство продолжалось. Много бы проблем ушло из нашего
движения, в нашей личной духовной жизни. И вот они ехали в этом кузове грузовика за 600 километров, приехав запоздно уже, они даже не были пойти, туда где нужно брать. Было бы легче. Но они немного опоздали на это, потому что бывало возможности для лени там. Они приехали за 10 минут позже, лекция уже началась, и в храме просто яблоку не было упасть место. Нигде невозможно было вообще, не то чтобы войти, просто как-то даже протиснуться туда. И они подошли к дверям храма, Прабхупада сидел на Вьясасане, вокруг с ним сидели преданные, невозможно было нигде найти место. Но они хотели, они были решительно настроены как-то пройти, и стали слегка тихонечко протискиваться в алтарную комнату, но до вершения ко всем их огорчениям преданный, который стоял у двери, закрыл перед ними дверь специально. Хорошо, что здесь двери нет, да? Или здесь есть двери? Здесь вряд ли закрывается, по-моему. И преданные рассказывали, Ранжана Раша сказал, что они просто были полностью опустошены, просто сломлены этим, потому что мало того, что они опоздали на лекцию, но теперь им даже видеть Шрупаду будет невозможно. Они стояли перед этим закрытым дверью и не знают, что им делать теперь. Он говорил, что если вы когда-то видели плачущих людей, взрослых, 40 человек одновременно, вот это была сцена, когда сели и плакали, он взрыв. И вдруг неожиданно для них дверь распахнулась. И преданный, который открыл дверь, открыл ее с виноватым видом. Потому что Прабхупада, сидевший на Вьясасане, видевший эту сцену, он сказал ему жестом: открой дверь, не нужно так делать. Преданному ничего не осталось сделать, как открыть дверь, и Прабхупада поманил их вот так вот в аудиторию. Разумеется, преданные сразу стали как-то сумеренно расступиться перед ними, разодвинуться, проявив мистические силы. И преданные с гордым видом стали заходить, очень довольны, что вот Прабхупада позволил. Он решил, Ниранджана Махарадж вспоминает, как он шел, и как он решил не останавливаться ни на какой другой цели, кроме одной. Сидеть рядом перед Шри Прабхупадой, прямо непосредственно перед ним. Он продвигался к Шри Прабхупаде решительно. К нему, окрыленный этой добротой Прабхупады, его милости, и вдруг он поднял голову и посмотрел, и увидел, что Прабхупада смотрит прямо на него, прямо в глаза. И Ниранджана Махарадж вспоминает, что в этот момент я просто почувствовал физически, что он знает обо мне все. Все мотивы, все желания, все, что можно знать, есть даже больше, чем я знаю сам о себе, он знает обо мне. И Ниранджана Махарадж говорит, что это желание подойти поближе к нему также стало очень очевидным для меня и неуместным. И он сказал, что я был как бы пригвожен с Шилопада к тому самому месту, на котором он стоял, вот там и сел, прям. Не в силах поднять глаз. И много таких историй рассказывают ученики Шилопада, как мне. Одно служение его не оставалось незамеченным, ни одно служение Шилопада не оставалось, не встречало этого благодарного принятия со стороны Шилопада. И Шилопада в этом принятии служения своих учеников мог и был готов идти даже в разрез с какими-то устоявшимися нормами и традициями в каком-то ведическом обществе, в котором он жил, когда мы приехали в Майяпур. И Матаджи Малати готовила для него, одна из первых учениц готовила для него просад. И тогда не было никаких плит, никаких электрических духовок, никаких даже условий. Она готовила на открытом огне, на свежем воздухе. Все эти блюда, которые нужно было готовить в Шри Прабхупаде, она готовила открытым огнем. Сама разжигала, все ее сари были черными от сажи, лицо было тоже соответствующего цвета. И более того, в довершение ко всем трудностям у нее не было денег, чтобы покупать Богу для Шри Прабхупады. Каждый день она выходила собирать пожертвования у преданных и обычных людей. И вот то, на что она собирала, она покупала, на то, что она собирала, она покупала Богу. Причем она должна была ехать по ту сторону Ганги, переплывая на лодке каждый день. Там покупая что-то подешевле и побольше, привозя обратно и готовя для Шри Прабхупады каждый день. И у нее еще была маленькая дочка, Сарасвати Кришна, 2-летняя. И вот в таких условиях она служила Шри Прабхупаде. Кто-то из вас согласился бы служить так своему духовному учителю? В таких условиях нет денег, нет кухни, маленькая дочка и продукты за несколько, может, 10 километров, 15 по ту сторону реки. Ну, если Шри Прабхупаде, то еще и мало тебе вспоминать, что у нее назревало это вот чувство какой-то, знаете, надломленности от этого, что было очень сложно, она не знала, сколько она еще сможет продолжать свое служение. И однажды Прабхупада сказал: ты знаешь, Малати, сегодня ко мне придут мои духовные братья. Бенгальские вайшнавы, которые там, знаете, все очень тонко замечают, они знают, как нужно все правильно готовить и подавать, ведическая культура и все такое.
И нужно приготовить для них обед на всех, там сколько-то, 10-15 человек, причем саньяси, саду, ученики, бхактиданты, сарасвати, такое. И Маласа была просто полностью растерянность, не знаю, что делать. Она стала молиться, готовить одновременно. В конце концов, приготовила, ей нужно было все раздавать им всем. Молодая женщина, типа, стену садху должна была раздавать. Она закрыла свою голову, как только могла, там какие-то были жесткие щелки для глаз. И она ходила с этими закопченными кастрюлями, раздавала просад всем, всем этим садху. И единственное желание, которое было, мне просто остаться как-то незаметно, чтобы они не замечали, откуда появляется просад на их тарелках. И было очень стыдно, что она вот женщина, молодая женщина, на глазах у них у всех занимается этим служением. И она пыталась как-то быть незаметной, и ей вроде бы это удавалось. Вот она стала уходить с очередным блюдом на кухне, и вдруг ее остановил голос Прабхупады. Малати. Она остановилась. И Прабхупада показал на нее руку, сказал, это Малати. Она моя ученица. Дальше Прабхупада рассказал, что она делает для него, и он сказал, она готова перерезать себе горло за меня. А я готов перерезать себе горло за нее. Можешь идти молчать. И вот такое отношение каждый из учеников чувствовал на себе. И поэтому все они были, как Шимасундара Прабху вспоминает, они были окрылены этим отношением, этим чувством огромной благодарности Прабхупаде за их служение. И они были готовы сделать для него все, что угодно. Слово «невозможно» просто не было, реально не было в их словаре. Однажды даже сам Малати вспоминает, как они открывали храм в Сан-Франциско, опять же, по указанию Шри Прабхупады, которого тогда еще не видели. Малати и Шримасундара познакомились со Шри Прабхупадой через рассказы своих друзей Муркунды Джанки. И у них было очень мало денег и много служений, много планов на служение, даже так. Очень важно для преданных иметь планы на служение, амбициозные планы. Вот у них было много планов кормить хиппи, провести рок-концерт, построить храм, да, установить божества Джаганатхи. Они были в центре этого урагана сознания Кришны, может, это эпицентр. От них все это распространялось в разные стороны. И Малати каждый день выходила, собирала пожертвования, покупала Богу. Иногда она брала вещи, так сказать, которые еще не успевали пожертвовать. То они жертвовали уже вдогонку. Называется. Уметь находить вещи раньше, чем их потеряли. Способность очень важна. Для некоторых категорий граждан, скажем так. И вот Малати собирала пожертвования, что-то на кашу там покупала. И денег всегда не хватало. И один раз, когда она перед очередной раз должна была выйти купить Богу для воскресного пира, как-то собрать ее. Денег не было, она думала, Кришна должен что-то сделать. Она ни в капле не сомневалась в том, что что-то произойдет. Она вышла на улицу, ожидая, что что-то произойдет. Она повернулась. Это пустынная улица, она утром. Вдруг подул порыв ветра, и в лицо ей полетели какие-то зеленые бумажки. Она собрала эти бумажки, было очень много бумажек, что долларов хватило на покупку всего того, что она запланировала. Эти чудеса проходили постоянно, и Шимасундара Прабху вспоминает, что если они не происходили, при этом удивлялись. Что-то мы делаем не так. То есть мы же мало подаемся Кришне. И вот они были готовы, как рассказывают эти первые преданные, Шри Раджа, были готовы сделать для Шри Прабхупады все. И точно такой же дух служения, точно такой же дух самопожертвования они передают нам. Нам очень повезло, потому что, ну, конечно же, потом можно сказать, что нам не очень повезло, потому что мы не увидели Шри Прабхупады. Но иногда важнее увидеть не сам объект любви, а посмотреть на него глазами того, кто его по-настоящему любит. То есть, если мы посмотрим на Кришну, как на Кришну, то мы можем не видеть в нем того Шимасундару, того Мадаву и того Нанду-Нандану, который видит в нем его близкие спутники. Мы можем не увидеть в нем объект любви. И Шрила Джива Госвами говорит в Бхакти-сандарбе, что если у человека нет любви в глазах, если нет любви в сердце Кришны, то видите Кришну лично. То же самое, что не видите, нет никакой разницы, видишь ты его или нет. Вот обычно Кришна. Ничем не отличающимся от каких-то образов, которые в видимости не было. Или каких-то других личностей, вполне заурядных для нас. Шрила Джива Госвами говорит, что только это любовь в сердце преданных может по-настоящему раскрыть глаза и сделать глаза готовыми и пригодными для того, чтобы видеть его красоту. И точно так же, смотря на Шрила Прабхупаду глазами его и сердцами его последователей, таких как Шрила Нараджана Махараджа, можно по-настоящему видеть его.
Поэтому в каком-то смысле, да, нам не повезло, что мы пропустили, или кто-то из нас родился на несколько лет позже, чем попал на этой планете. Кто-то родился, может быть, не позже, раньше, но не в том месте, где нужно было. Кто-то был даже рядом со Шрилой Прабхупадой, но не узнал его. Рассказывает один из моих учеников, Рада Говинда Махараш, один из величайших знатоков Бхагавата в нашем движении, который дает лекции по Шриме Бхагаватам, собирающие тысячи и тысячи людей. Он знает Бхагаватам просто наизусть. Взад, вперед, вперед, с начала до конца и с конца до начала, как угодно. Все истории он может рассказать за 5 минут, и может рассказывать их 3 дня. С любой степенью детализации, с огромным вкусом. Вот Рада Говинда Махараш, он из Индии сам рассказывает, как он первый раз встретился с Шрилой Прабхупадой. Он был в Аллахабаде, Прабхупада как раз проводил там Кумбамелу, проводил программу на Кумбамеле со своими западными учениками. И Рада Говинда Махараш, образованный человек, знающий санскрит, увидел Шрилу Прабхупаду, увидел объявление, и он очень захотел пообщаться с ним. Он был сам Кришна Бхакта, и он хотел узнать о том, как, в чем секрет его проповеди. Он пришел к Шриле Прабхупаде и спросил, а как вы делаете это? То, что вы привлекаете Запад к музею Кришны Бхакти, в чем секрет? Шрила Прабхупада сказал, ну, я пытаюсь что-то делать, и Кришна дает результаты. Он говорит, что сейчас у меня нет времени, но мы с тобой можем пообщаться в следующий раз более обстоятельно в месте недалеко, Горакхпур. Приезжай туда, там я буду, и мы с тобой пообщаемся. Рада Говинда Махараш записал место, Горакхпур записал дату, приехал туда вовремя. Он пришел в комнату, где ему можно было встретиться с Шрилой Прабхупадой, там никого не было, сел какой-то пожилой человек. Спросил у него, а вот где Бхактивинода Свами? И тот сказал, зачем тебе он? Тот сказал, ну, он мой гуру. И тот человек спросил, с чего ты решил, что он твой гуру? Он сказал, ну, он преданный Кришне, и он преданный Шри Чайтанья Махапрабху, поэтому он мой гуру. Ну, человек спросил, ну, а почему ты считаешь, что это какая-то квалификация? Кто такой Чайтанья Махапрабху? Ты знаешь? Он сказал, Чайтанья Махапрабху Бог. И этот человек засмеялся, говорит, нет, какой же он Бог? Он не Бог. Он преданный Бога. Он не Бог, он не Кришна. И Рада Говинда Махараш уже начал так немножко двигаться. Он говорит, Бог, он Бог. И об этом говорится в Шриме Бхагавате. Ну, этот человек сказал, нет, никакой он Бог. Он не Бог, он просто преданный Кришне. И тогда Рада Говинда Махараш вспоминает, что он просто разозлился так, что он сказал, ну, перестань говорить такие вещи, не заткнись, что-то вроде такое, достаточно грубое слово на хинди. И в этот момент в комнату зашли молодые люди, западные, и стали кланяться этому пожилому человеку, и он стал смеяться. Потом Прабхупаду не узнал его. И он смеялся, хлопал себя по колене, говорит, он очень нравится, как его убежденность, его гнев, который он провел по отношению ко мне, за Шри Чайтанья Махапрабху. Ну, пойдем поговорим. То сразу поклонился, сказал, я скажу, у вас Шрила Прабхупада, пожалуйста, простите. С этого началось их знакомство, наконец. Это Шрила Прабхупада, так сказать, вдохновлял, отдавал это семя сознания Кришны каждому, с кем он соприкасался. И мы говорим, что теперь нам, общаясь с теми, кто знает его вот таким, и великим, и могущественным, и основателем Ачарьи и Сампрадайи, титул, на котором Прабхупада настаивал постоянно, не ради себя, но ради того, чтобы его наставления, через которые говорит о Кришне, Шри Чайтанья Махапрабху, вся Гуру Парампара, остались в центре внимания всего нашего движения, настолько, сколько нужно, на 10 тысяч лет, как сам Шрила Прабхупада говорил. Он оставил на этом положении основателя Ачарьи. Целая книга написана Жильда Сарува Проба на эту тему, почему именно основатель Ачарьи, в чем смысл этого титула и положения. И те же самые преданные видят Прабхупаду вот таким, очень близким, сокровенным и очень доступным, очень личностным, который никогда не обходил вниманием ни самое маленькое и незначительное, так сказать, служение, которое оказывали ему, и был готов, как он сам сказал, перерезать себе горло за них. И теперь мы, общаясь с такими великими душами, как Шрила Нирамшана Махараш, все другие ученики Шрилы Прабхупады, знавшие, видевшие, служившие ему лично, мы можем смотреть на Шрилу Прабхупаду глазами и их сердцами. Это залог того, что мы сами сможем так же относиться к нему, как они относятся к Шриле Прабхупаде. И тогда парампара, настоящая парампара, подлинная парампара, сотканная не из каких-то формальных мантр, что тоже очень важно, из глубокой благодарности. Благодарности, которая перерастает в привязанность, которая перерастает в покорность. Это важная стадия развития благодарности, которая начинается со слушания. Как в Шримад Бхагаватам есть цитата, потом из комментариев, цитата из Пуран, где говорится, что мука прасада,
великое, подлинное величие Вайшнава появляется тогда, когда он или она открывает рот и говорит о Кришне. Эта связь, которая возникает с таким Вайшнавом благодаря слушанию из их уст о Кришне, является подлинной связью, которая формирует парампару Шравана. И тогда связанные с ним, этим благодарностью, покорностью, преданностью, которую они не требуют, но которую они естественным образом вызывают своим примером, мы сможем сами стать потом эффективными проповедниками, проповедницами или теми, кто... Что такое проповедник? Как бы вы определили, кто такой проповедник? Тот, кто будет искусственно опровергать с точки зрения других? Нет. Знаю хорошо философию? Ну да, но это не главное. Что такое проповедник? Проповедник — это тот, кто делится чем? Даже не Кришной. Чем? Даже не милостью. Самым лучшим. Близко. Счастье в сознании Кришны. Это не способ проповедовать. Если у нас нет чего-то лучшего, чем то, что есть уже у этих людей, которые мы проповедуем, если нет чего-то лучшего, что может стать достойной альтернативой тому, чем они сейчас живут, мы не имеем права проповедовать. И такая вещь может быть только одна, которая позволит нам проповедовать и самым бедным, и самым богатым, и самым образованным, и самым необразованным, и старым, и молодым, и всем посередине, любым. Все стремятся к счастью. К счастью какому? Бесконечному. Которое, в принципе, невозможно найти в этом мире. Никак. Майя может дать нам все, что угодно, кроме счастья. Но все остальное, пожалуйста. Любой выбор может осуществить. Любое желание исполнить. Счастья не может дать. Кришна обычно наоборот, дает только счастье. Как правило, ничего другого. От него не дождешься. И поэтому преданные, которые проповедуют другим, должны быть наполнены этим счастьем, чтобы они могли давать всем другим. Тогда у человека, который соприкасается с таким преданным, или с такой преданной, несущий в себе это наполненное сознание Кришны, наполненное с примером Шрилы Прабхупады, примером духовного учителя, примером, который вот здесь в читании Чаритамриты. И вот это читание Чаритамриты называется описание Шри Чайтаньи Чаритамриты, жизнь и сила бессмертия. Вот чем занимается жизненная сила бессмертия? Вот этим. Чем они собираются и поют, и танцуют, играют мальчика-пастушков, на спочитание хватает посох пастушеский, подбрасывает вверх, ловит его, и вращает его перед собой, за спиной, по бокам, над головой, между ногами. И все преданные кричат «Джай-джай». Чем занимается преданный? Вот здесь этим не занимается, в духовном мире. Нечем больше заниматься. И когда мы общаемся с преданными, общаемся с другими людьми, несем в своем сердце, пусть даже не в словах, но в сердце несем вот это духовный мир, отпечаток духовного мира, запечатленный в наших сердцах словами и поступками тех, кто же живет там. Ом та вишнох парамам падам сада паршьянти сурая. Дивио чакша татам ярви прасоби панила джагивак сакса миндата вишнаю парамам падам. В этом стихе из Ригведы говорится, что эти сури, или великие преданные, они видят постоянно обитель Господа Вишну. И когда они говорят об этой обители, описывают ее, она не сходит на нас так же, на тех, кто слушает из их уст. И они могут дать ее нам, дать сопричастие к ней. И когда мы впитали ее в себя через уши, через этот пример преданных, и когда мы говорим другим людям об этих отношениях, о том, что в духовном мире каждое слово песни, каждый шаг танец, каждый день фестиваль, да? Там вода, как нектар, все деревья, желания, коровы, да коровы, сурабы. И просто слова, но когда мы слышим, когда мы говорим с опытом, переданным нам, нашим духовным учителем, великим Вайшнавом, то наши слова начинают наполняться силой. И каждый, кто слушает это из наших уст, захочет вернуться к нам. Вот это настоящая проповедь. И поэтому мы должны, если хотим как-то воплотить Шри Прабхупаде за его дар, за который вообще не просил никакой платы, вообще ничего. Если мы захотим воплотить за то, что пришло к нам, как мы уже цитировали, незаслуженно, мы можем просто делать то же самое по отношению к тем, кто еще не соприкоснулся с этим. Это единственный способ оплатить такой долг. Но для этого мы должны быть наполнены сами. Наполнены слушанием, наполнены общением и наполнены теми же самыми качествами, которые сделали проповедь Шрилы Прабхупады такой убедительной, эффективной. Но вот об этом говорил Шри Гранджана Махарадж, но в других словах, гораздо более искренних и убедительных. Но я попытался в меру своих возможностей передать о том, что он говорил на нескольких лекциях, не на всех, еще были несколько тем, которые он сказал на всех лекциях в Петербурге, в Москве. Но я надеюсь, что об этом он скажет вам сам.
Харибу. Хари Кришна, есть какие-то вопросы или дополнения, может быть? На Голоке Бриндаван я слышал, есть две части. Одна – это преданные Господа Кришны, вторая – Господа Чайтани. А как там отличаются лилы, игры, которые там происходят? На Голоке Бриндаване есть две части – игры Господа Кришны и Господа Чайтани. И как отличаются лилы, игры, которые проходят там. Там еще третья часть есть. Есть преданные, которые участвуют и в тех и других играх одновременно. Игры Господа Кришны и Господа Чайтани. Как они проходят? Господь Чайтанья учит всех преданных служить Кришне, то есть он учит Даси Раси. Хотя, разумеется, он дает все другие расы также, об этом сам говорит в Чайтанья Чаритамрите. Я пришел, чтобы распространить четыре вкуса преданного служения. Но он, как Бхактивинода Тхакур объясняет, учит тому, что все расы, все вкусы раскрываются тому, кто развивает Даси Расу по отношению к Господу Чайтанья Махапрабху. Тот, кто служит ему в Даси Раси, сам собой или сама собой, вспоминая свои изначальные вечные взаимоотношения с Кришной. Адхай Хагора Падара Ганде. Гандета Бхактин, Крита Кунда Рашид, Татрат, Татрат, Сарпати, Крида Касвар. Чита не сюда мы это рассказывать. Раз Прабхон воплощение вкуса к читанию Чатрамати знает ее наизусть. Просто немножко расплох его застал. В этом стихе читания Чидрамы говорится ровно настолько, ядха, ядха, гора, подарок, ровно настолько, это пропорция. Можно подсказать практически медицинское, математическое соотношение. Ядха, ядха, ровно настолько, насколько человек гора, подарок, венды, придает сотру со стопом Господа Чайтанья Махапрабху. И служит ему в Даси Раси. Татра-татра, ровно столько, ядха-ядха, татха-татха, ровно настолько, татха-татха, ровно насколько, настолько, татха-татха. Сарпати означает буквально вливается самой, снисходит или сползает, вливает, сливается на него сверху, спускается. Сарпати, хриди, акасмат, в сердце хриди, акасмат, внезапно. Слово «акасмат» очень важно здесь. Настолько, ровно настолько внезапно на его сердце снисходят потоки чего? Радха падубам брусудам. Радха падубам. Боджа судам бураси. Настолько на его сердце нисходят потоки нектара лотоса стоп шимати радарани. Внезапно. Поэтому вот этой внезапности можно ждать, а можно на нее рассчитывать вполне. Настолько мы, насколько мы предаемся лотосным стопам, служению лотосным стопам Господу, читанию Махапрабху. И дальше в читании Чинрамати Прабхананда Сарасвати Такуру говорит, что чтобы приблизиться к лотосным стопам Господа, читанию Махапрабху, необходимо служить лотосным стопам его преданных. Поэтому все игры Господа читания, вот в этой трансцендентной Шридадвипе, на Галуке Вриндаване, так называется Шридадвипа, они пронизаны этим духом соперничества среди его преданных, кто уже нити себя, вечно освобожденная душа. И Читания вспоминает, что это? Он вспоминает об этом в своем изначальном вечном положении, трансцендентном и свободном от всех влияний материального мира. Что это? Вот ты махина. Это вам нужно. Вы вслед за вашим любовным приходите и рассказывайте про это. Поэтому Господь Чайтанья дал этот дар према Санкиртану, према нама Санкиртану. И Джива Госвами говорит Бхакти Сандарне, что человек, который не участвует в движении Санкиртана, не участвует в повторении святых имен, в пении, в совместном пении, не участвует в проповеди и повторении святых имен, такой человек никогда не сможет развить себе по-настоящему поглощенность играми Кришны. Поэтому, если говорить о отличиях, они есть в том, что игры Господа Чайтанья более доступны, более милостивы. Игры Господа Кришны более недоступны, они требуют определенной квалификации чистоты. Но единственное между ними в том, что между ними нет никакой разницы. Те же самые бескорыстные взаимоотношения существуют и там, да? И вкус чистой любви Кришны присутствует и там, в обоих этих сферах. И при этом есть третья категория преданных, они могут выбрать, где находиться, здесь и здесь. Как Ильдас Такур, когда он предстал перед Господом Чайтаньей, в его Махапракашлиле, он не мог решить, смотреть на Господа Чайтанью глазами или смотреть на него в сердце. Что он сложный был выбор, потому что и там был Господь Чайтанья полностью. Поэтому есть преданные, которые присутствуют и там, в обоих играх, у них там сварупа есть. Есть преданные, которые вообще не участвуют в играх Кришны, участвуют в играх Господа Чайтанья. Мурари Гупта, например, Блахануманом.
Он был Хануманом, и когда Господь Чайтанья Махапрабху попытался побудить его стать Кришна Бхактой Хануманом, то есть обратить в истинную веру Кришна Бхакти, пытался ему на преданный спорить о том, как нужно правильно Вриндаяя Туласа. Кришна Бхакти, правда, Кришна Бхакти, столько было уже исписано страниц с аргументами. Но когда Господь Чайтанья пытался ему сказать, Мурари, аж почему ты поклоняешься Кришне, Рамачандре? Ты не должен Кришне поклоняться. То как ни пытался Мурари Гупта избавиться от этого чувства преданности к Господу Рамачандре, он не смог. И много других таких преданных было. Арнупам был, так еще кто-то был с преданным Господь Чайтанья, с таким, с такой же проблемой. Он пришел, он всю ночь размышлял о том, как же его оставить служение Господу Рамачандре. Пришел на утро и сказал, Господь, я не могу с одной стороны оставить служение Рамачандре, а с другой стороны не могу ослушаться себя, поэтому лучше мне остаться жизнью. Господь Чайтанья был, сказал, ты настоящий преданный, это твое испытание, ты его выдержал с честью. Но смотрите, он участвует, он Кришна Бхакта также, участвует в выборе Господа Чайтанья Махапрабху. Есть Нарада Муни, который на Вайкунтха Бхакта, он не участвует в выборе Кришны. Ну, не участвует, ну так, он подстрекатель или провокатор. Провоцирует, ты уходит, смотрит издали, смотрит, как все развивается. Но он там, он не просто участник игр Господа Чайтанья, он член Панчадатвы, Шривас Такур, Нарада Муни, Шанта Бхакта, раздает всем Кришна Прему. Поэтому игры Господа Чайтанья особые, мистические, удивительные. И Кришнадас Кавираж Госвами, исчерпав литературные и эпистолярные методы описания этой удивительной мудрости, он говорит, просто попытайтесь применить свою логику и аргументы к играм Господа Чайтанья. Применив их, вы поймете, что они непостижимы. Нет никакого объяснения. Но оно, в принципе, не требуется. Хари Кришна, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос или нет. Запутал я вас окончательно. Вы не сможете решить, куда вам идти. Третью категорию вас, значит. Да. Когда разберетесь, расскажите нам. Это еще есть дополнение на вопрос нашей сети. Какие они выделяют основные пути? Скажем, больше даже для садок. Для... Вопрос Шачисута Прабу для садок, то есть для нас с вами всех, какие способы для получения счастья в сознании Кришны выделяют преданные, которым посчастливилось общаться с Шрилой Прабхупадой лично, да? Так? Я могу рассказать вам про... Что, уже завтрак? Время так быстро летит. Теперь нам стали поднос раздавать, видите, насколько... Вопрос очень хороший. Я могу вам ответить просто на примере Шрилы Ниранджана Махараджа. И это все объяснит, и все сразу поставит на свои места. Это был 99-й год, и был фестиваль в Дивноморске тогда. Шрила Ниранджана Махарадж приехал на фестиваль в Дивноморске. И на него должен был, по-моему, в первый раз приехать со своей книгой Вену Гита Шрила Шивара Махарадж. Все ждали, когда он приедет и расскажет свой семинар по Вену Гите не в каком-то отдельном храме, а сразу всем. И Шрила Ниранджана Махарадж приехал раньше, он находился в том же доме, где должен был остаться и Шивара Махарадж там же. И он сидел и ждал его приезда. Вот подъехала машина, появились слуги с багажом, пришел Шивара Махарадж, он зашел в комнату, где сидел Ниранджана Махарадж. Ниранджана сами вскочил, побежал навстречу к Шивара Махараджу с огромной улыбкой на устах и с такими вот вытянутыми руками вот так к нему. Побежал навстречу, стал его обнимать очень крепко. И знаете, что он стал кричать? Как вы думаете, что он стал кричать Ниранджана Махарадж, обнимая Шивара Махараджа? Догадайтесь. Счастье, счастье. Если взять Кришна Катха, Кришна Катха, Кришна Катха. Я вижу на примере Шрилы Ниранджана Махараджа, что когда бы не появлялась возможность общаться с духовными братьями, он все оставляет в сторону и общается с ними. Общается вот не так, как мы иногда там у нас время кураторской встречи, вот с 6 до 8, и мы сидим, общаемся друг с другом. Время останавливается, они общаются с просто вот. Реки Нектара, которые пишут Шримад Бхагаватам, в 4-й песне есть стих, где говорится, что когда такие преданные собираются и говорят друг другу о Кришне, там текут реки Нектара, да? Которые избавляют человека от чего? От голода, жажды, всех скорбей, ненасти материального мира. Вот этот пример я вижу
вот этот принцип я вижу на примере Ниранджана Махараджа и других преданных, которые, с которыми общаюсь как с друзьями. Поэтому где счастье сознания Кришны? Вот такое особое счастье. Если мы просто немножко вдумаемся в сам термин Санкиртана, Джива Госвами определяет Санкиртана как Бахубир Милитва Киртана. И он говорит, Киртана Суккам. Когда преданные сообща собираются вместе и в счастье Суккам поют святое имя Господа Кришны, не только имя, но и его качество, его деяния, его атрибуты, его игры и его преданных, когда они описывают друг с другом. Вот это называется Санкиртана. И это может дать, только это может дать настоящее счастье. Поэтому практиковать духовную жизнь в одиночку, под одиночеством я не имею в виду какую-то географическую страну, если я помню, обязательно что-то там на необитаемом острове, или в каком-то другом малом населенном пункте, где никого нет, и вы одна или один. Уже даже в таком состоянии преданные находят сейчас, пользуясь технологиями, находят возможность общаться. Я знаю преданных, которые живут очень далеко от других, но не каждое утро, в 4 утра встают, будет по скайпу других преданных. И они сидят, у них вот целое видео на махата такая, скайпа на махата. Они сидят, повторяют вместе джапу, смотрят, кто как повторяет, сидят, общаются в кругу, потом Бхагаватам читают вместе, никаких препятствий нет. Так вот, отстраненность имеется в виду не какая географическая отстраненность, а отстраненность такая внутренняя, эмоциональная, когда мы не хотим ничего общего с преданными. Мы видим преданных лучшие случаи препятствий на пути духовной жизни нашей, или худшие. Вот эта отстраненность, это помешает нам испытать такое счастье. Поэтому Шрила Рупа Госвами унитарь наставления описывает эти шесть важных процессов общения. Надати пратибирихнати, бухьяма акьяти причхати, бунгте, боджете, чайвам савидам, притилакшина. Вот это притилакшина или признаки любви, отличительные черты любви, которые связывают, цементируют воедино преданных, единую общую санкиртану. И когда такие преданные собираются вместе, которые доверяют друг другу, которые вдохновляются друг другу, и которые готовы друг друга терпеть, прощать, и готовы меняться сами ради них, когда такие преданные собираются вместе и слушают в обществе друг друга о Кришне, видя в каждом и в каждой того, кто Кришна лично выбрал, лично поместил из своих стоп. Да? Вот тогда это санкиртан, да, такое счастье невозможно на что другое променять. Очень простой способ, если мы начинаем видеть других преданных недостатки, что отстраняет нас от них. Какие-то мы можем думать, это плохой преданный, это там, плохая преданная, он очень хороший. Давайте какие-то собственные оценки преданным. Нужно вспомнить об одном очень простом принципе, что это какие бы это ни были преданные, это не мои преданные. Это преданные Кришны. И поэтому я не имею ровным счетом никакого права оценивать их как преданных. Потому что они не связаны со мной, эти отношениями, они не служат мне, служат Кришне. Поэтому пусть он решает, какие они преданные. Это его преданные. Так же, как если на улице идет женщина, я задаюсь вопросом, какая она мать. Я не имею права решать, какая она мать, я должен спросить своего сына или ее дочери, да? И какая она жена, тем более. То есть только муж может сказать, какая она жена. Только Господь, которому эти преданные служат, может сказать, какие они преданные. Они его преданные, не мои. Но что я могу решить, это на каком расстоянии общаться с этими преданными, чтобы я мог вдохновляться ими и становиться лучше преданным самому. Это я должен, имею право решать. То есть на каком, на таком далеком расстоянии, на близком расстоянии. Нужно найти это оптимальное расстояние, и с каждому преданному этого расстояния можно подобрать. И общаться с каждым из них так, чтобы его или ее преданность, она есть, вдохновляла нас и нашу преданность. Вот это поможет. То, что я заметил в них, в этих преданных, самый главный источник счастья для них. Я спросил у Ниранджана Махараджа, однажды Махарадж, вот удивительные вещи, вот такие удивительные вещи делает он, так многим жертвы, так много терпят ради своего служения. Так много готов терпеть, и так многих готов терпеть. Не только многое, но и многих ради служения. Да? И он абсолютно, даже слова не подберешь, знаете, как будто иммунитет. Он вот, абсолютно не под властью, он находится как бы в стороне, или где-то в другом измерении, как вот Прабхупада, про который мы рассказывали, он сказал, о чем мы. И я видел много раз, когда, несмотря на физическую боль, на все на огромные трудности, неудобства, и даже, может быть, какое-то неуважительное отношение к нему, он никак не влияло. Он оставался всегда источником счастья, источником, готов дать прибежище этим преданным, которые, может быть, относились к нему так.
Но для того, чтобы давать прибежище им, такой плен должен иметь прибежище в другом месте. Я спросил меня, Махараш, в чем секрет вашей вот этой вот удивительной устойчивости, неподвластности всем этим влияниям? Где он? Искренне появился такой вопрос, откуда, как это? И он сказал, это общение с моими духовными братьями. Я назвал несколько имен. Они. И каждый раз, когда у меня появляется возможность, я стараюсь общаться с ними. Это мой главный приоритет. Однажды он прилетел, по-моему, из Киева в Москву на лекцию Шивара Махараджа. И улетел обратно. Сразу после лекции. Только чтобы получить его общение. Это вот пример, к которому мы должны стремиться. Поэтому Бахубир Милитва, когда такие предмы собираются вместе. Знаете, критическая масса есть вот, в физике. Даже когда такая критическая масса собирается вместе, когда возникает этот, да, неукротимая сила, распространяющая сознание Кришны дальше. Это называется читание Чаритамриты, это сила жизни, сила бессмертия. Вот так они общаются. И Господь Чайтанья сознательно не принимал роли Господа, он принял роль преданного, чтобы учить других, что вот это положение, положение преданного, общающегося с другими преданными, чувствующего себя обязанными ими, зависимым от них, как он сам себя представлял. У него спросили, вот Господь, там, дай мне благословение. Говорит, я не хуй, Господь, я вообще ничего не знаю, я Кришна, я Саяси Майавади. Вот они, все преданные окружающие, вот они настоящий источник счастья и знания. И он стал их перечислять и прославлять каждого из них за какую-то конкретную вот роль, которая уникальным образом проявлялась в этой конкретной вайшнаве. Поэтому даже положение преданного гораздо более привлекательно, чем даже положение Бога, для Бога. Смотрите, преданный никогда не хочет стать Богом, но Бог хочет стать преданным. Значит, положение преданного гораздо более важное. Так ведь, да? Кто же хотел стать Богом, а преданным? Ну, точно хотел, не хочу. Давайте на этом закончим, уже 20 минут здесь. И завтра, пожалуйста, приходите все и приводите всех своих друзей на лекцию Шамира, что мы хорошо. Утром и вечером. Всего Прабхупады ки джай.